Это традиционное блюдо Вьетнама, называется супчик фо или лапша. Вот учителя и ученик от старших них. На улице почти нельзя. Мне в этом году 86 лет. Потом чуть-чуть худеть. Когда я худой, я могу это маленький ответить. И на тебе молодой, когда я не мазя, читери. Да, это зовут читери. Потом душоки два, один душоки один. Понял? Всех учеников, все ученики, Украина, Россия, ученик, очень учителю большой подарок. Я от чистого сердца. Я говорю, учитель, спасибо, учитель, да. Все ученики, привет, большой, все ученики. Красиво, красиво, красиво.
кратере. Непонятно, какие-то острова. Да-да-да, учитель, я снимаю камерой. Морской окунь. А что я с ним делать буду? Кушать, а вы отсюда выберете. Морской окунь, тут рыбные все. Рядом, да? Рядом, да. Сейчас. Чите домой. Потом спать, учить. Уставлю. Так он гуляет много. Он домой, он рад, когда что кушать вкусно, учить хочет. Они танцуют, веселые люди. Шелковая деревня. Я специализируюсь. Сегодня учитель помогает братец, что подарок Лора. Вот потом Лора смотрит, как нравится или не нравится. Потом звонит, говорит учитель. Понятно. Все нормально? Видим? Да. Номер два. Два номера? Ага. С учеником учителя охрана по ночному гляну. Красиво, красиво, да. Сюда нужно идти. Только. Бровая. Похоже, Мапьян будет рад, чем рэпки. Да. Он очень тяжело. Это мы только что за столом сидели и дали. Мы сказали общаться, не надо, и разговаривали об Украине, об Уфе, о ребятах, учитель вспоминал Уфу. Да ладно. Не прикалывайся с учителя. Водопад. Все ученики, привет большой, все ученики.